Это Аня. Меня содержал муж, но мы расстались, если ты не в курсе. С недавних пор Аня – мамочка-одиночка. И больше ничто не мешает ей жить активной, насыщенной. Себе или ко мне? И крайне полной жизнью. Ты себя в зеркало видела? Ты толстый! «Мамочки. В поисках счастья». Новый сезон. С понедельника в 20:00 на СТС.